Здравствуйте, уважаемые зрители, уважаемые наши подписчики, любимые. Вот лес — это прекрасно. Любим гулять по лесу. Он сейчас, ну, как бы уже, конечно, листву сбросил. Было красивее чуть-чуть, я не захватила, ну, не было времени у меня. Вот, сейчас мы идем, прогуливаемся. Ну, вот, утренняя такая у нас разминочка небольшая. Вот, не всегда удобно снимать, поэтому вы не обижайтесь, пожалуйста, что я редко выставляю видео. Я вас очень люблю. Всегда смотрю наших сестренок и братишек. Всех поддерживаю, так сказать. Вот, поэтому, конечно, хочется много смотреть. Но времени, к сожалению, не всегда хватает. Вот. Ну и потом мне очень удобно. Мы подрастаем. У нас переходный возраст. Вот. Мы сейчас принюхиваемся ко всему. Особенно к девочкам. Мы любим их смотреть. Такой вот он у нас ловелас. Вот. Серенький. Серенький, иди ко мне. Ну куда ты, куда ты? Не надо никого трогать. Вот. Слушаемся, маленький. Ну, как бы я посмотрела, каких-то хаски, да, что они творят. Но у нас, вы знаете, более-менее воспитанный культурный пес. Особо не портит ничего. Ну, есть там, конечно, шалости какие-то. Там резинку оторвал на... Было интересно, она просто загнулась на двери там. Интересно было ему, и вот он оторвал резинку на двери на входной. У нас вообще с входной дверью как бы большой интерес, особенно когда он остается один. Но он редко сейчас остается, потому что Богдан на удаленке, он всегда дома. Ну и с ним, конечно, занимается больше. Поэтому мы работаем. Слава Богу, что у нас есть Богдан. Вот. Богдану немножко другие интересы, конечно. Ну, любит собаку, всегда за ней ухаживает, всегда с ней гуляет, бегает и так далее. Он, по-моему, сейчас в Москве. О, девочка пописала, наверное. Он так. Так он смотрит, так он нюхает это все. Так ему это все нравится. Он прям балдеет. Ой, господи, он даже иногда, знаете, понюхает и падает, как бы ластится. Это интересный, конечно, период у него сейчас. У него прям он чувствует всех девочек на расстоянии. Вот так вот присаживается, смотрит. Ну, мне кажется, весь в мамку. Мне прям кажется, Серый, на меня пойди, а то мне неудобно тебя снимать. Весь в мамочку, Бонечку нашу любимую. Такой же стройный. Вот кушает хорошо. А все равно он какой-то вытянутый, такой длинненький. Я посмотрю на других собачек. Хаски, вон идет какая-то собачка. Вот. Сдалека там. Сейчас опять начнется. Боюсь, уже без телефона ранее. Богдан уже свой маленько разбил. Ему надо восстанавливать. Нет, у нас нет возможности пока. Вот. Все так притык. Ну ладно, это не важно. Вот, ну и значит это. Они очень так проявляют интерес между собой, собачки, которые вот такие молоденькие. У нас же есть подружка. Ну, мы сейчас что-то стали с ней реже встречаться, мы как-то не совпадаем. Вот, а Богдан-то их не знает, они как бы, ну, где гуляют. Это я на том озере. Мы познакомились, как шли. Вот они там где-то около озера живут. Девочка Тайгуша тоже. Вот. А это другое озеро, в другом немножко районе. Ну, как в стороне. Вот. И поэтому
Здесь очень много всегда собак тоже гуляет. Красавцы. Сейчас я вас поснимаю лучше. Сейчас пока по дороге идем. Мне очень удобно одно это делать. Вот там тоже собачка идет. Вот она. Всегда вот так присаживается. Так стоять нельзя. Нельзя, серый. Нельзя. Не надо. Не надо. Ой, как он активность проявляет. Вот такой вот у нас озеро здесь. Пойдем, это самое, серый. Пойдем маленько. Ой, бегом, бегом. Там же были уточки. Но они и сейчас есть. Нам же интересно на уточек-то посмотреть. Да, нам интересно. Нам интересно. Мы бегом, бегом. И иногда очень много хасок, кстати, в Москве встречаем. Вот. Такая вот красота. Прям пейзажи такие. Я еще хотела сюда немножко пораньше прийти, но когда еще была листва. Ну, к сожалению, с этой работой у меня тут прям перемена работы. И я на двух работах работала. И до сих пор немножко иногда подрабатываю. Поэтому сменщиц нету. Сложно выбраться. Я не к тому, что это, но выбраться сложно, конечно, мне одной. Вот. А ребятишки, они как-то просто погуляли и не снимают. Они говорят, что это никому не интересно почему-то. Вот они, уточки, смотри, серенькие. Там уточки серенькие. Смотрите, какое у нас сегодня солнышко хорошее. Серый, ну ты... Ты почему бежишь-то? Ты стой, подожди маленько. Остановись, я тебя хотя бы возьму нормально. Серый, подойди ко мне. Ко мне. Ко мне. Серый. Серый, сидеть. Серый, сидеть. Серый, сидеть. Серый, 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 серый. А что у меня есть-то, серый? Ну-ка, давай. Давай, давай. Что ты ловить-то сразу? Подожди, надо показать всем, как ты умеешь. Сидеть. Сидеть, серый. Серый, сидеть. Сидеть, я говорю, ты что не слушаешься? Ты на улице себя плохо ведешь, что ли? Тут засвечивает, ну ничего. Сидеть, я сказала. Ну-ка, давай сидеть. Сидеть, молодец. Молодец, лови. Оп, вот так мы на лету ловим. Ну, зачем ты здесь бросаешь? Ну, ты же ловил. Вот, уточек будем смотреть? Уточек, где уточки у нас? Вон там уточки. Видите, какие уточки? Сейчас я вам покажу. Вот они, уточки. А вот он, серенький наш. Так, ну-ка, серенький, подожди-ка я. Серенький, стоять. Вот уточки, вот серенький. Серый волк под горой не пускает нас домой. Вот так вот охота наша на уток, да? Ну, в общем, он такой интересный пес. Иногда бывают моменты очень хорошие, но не всегда получается мне снять. Ну, то есть, прихожу я поздно, ухожу я рано, поэтому редкие выходные, ну, и поэтому я не оправдываюсь. Вот, ну, как бы это, ребят, Москва, поэтому здесь... Не думайте, вот некоторые думают, что это прямо сахар и деньги с неба валятся. Такого не бывает. Здесь есть, конечно, люди, которые более-менее так, ну, у которых есть уже свое жилье, как бы вот это все. Ну, может быть, они и могут. Не знаю. У нас все никак не получается с этим. У нас сейчас новости, то есть Никита у нас... занимается, но он занимается не каналом, конечно, он занимается другим немножко, вот, потому что ему некогда творчеством заниматься, у него больше по творчеству. У нас вот такой вот здесь иней, потому что у нас сегодня холодно, идет пар изо рта. Серый, сейчас я тебя отпущу чуть-чуть, маленько побегаешь. Ты можешь побегать? Серый, а там опять идет собачка, он опять прилег. Я вижу сразу, когда он собачку видит, чувствует, и тогда садится. Вот так вот, ложится даже. И мы сейчас ждем.
сейчас обойду. Выражение лица посмотрим. Ну, в смысле, мордочки. Он для меня как человечек. Маленький мой ребенок, да? Синенький. Выжидаешь собачку, да? Синенький. Ну, куда ты, куда? Серенький. Вот, какой мы красивый. Он выпинулся, он стал таким, ну как, он у нас такой подросток, наверное, подростковый какой-то возраст. Такой вот. Он такой уже вроде бы и не малыш, но еще и не собак большой. Ой, что это у нас, сопляж, что ли? А? Или слюни? А? Ну, опа. Ты какая красивая. Ну ты чего? Ты такой большой. А зачем он тебе маленький? А да ему же, он тоже маленький, ему понюхать охота. Да, молоденький он еще у нас там. Нам 10 исполнилось. Да, вот у нас он тоже как этот. Все надо интересно все ему. Да, да, да. Ну, ладненько, давай. Мальчик у нас, да, на. У нас, да, такой мальчик любознательный. Все хочет знать, да, скажи. Все нюхает. Ну, пойдем еще вот туда, там красиво. Даже вот боюсь тебя отпустить. Ты сейчас рванешь куда-нибудь. У тебя же, господи, в голове неизвестно что. Хочешь, на мостик сходим? Ой, мужчина тут, или кто, женщина купается. Купается в холодном озере. Вот так вот у нас сейчас даже такой вот у нас лес вот такой здесь. Красота. Как иногда охота вот это все посмотреть. Написано, не купаться нельзя, она купается. Она девушка. Так, серенький, давай вон там здесь еще мосточек. Мы с тобой туда сходим. Там красиво, там такой островочек есть. Вот. Я просто вам обещала прийти осенью, ну вот все никак. Ну, теперь я думаю, у меня еще наладится. Тут все спортом занимаются. Так, нюхаем, нюхаем, нюхаем. Засветилось, что ли? Так. Не, просто очень много собак не хочу отпускать все-таки. Хотела отпустить маленько, но что-то думаю не буду. Это еще убежит куда-нибудь. Ой, а сколько ж там уток-то? Пошли на тот мосточек, там сейчас, где мы фотосессию в прошлый раз делали. И там мы и попрощаемся с вами. Я там пофотаю немножко, потом фотки посмотрите. Вот, и все, тогда будем заканчивать наше видео. Вот, потому что, в принципе, вы меня простите, если что не так я говорю. Но я хочу все равно поблагодарить тех зрителей, которые поддерживают меня там. Меня. Ну, Никита сейчас уже не занимается каналом, но он, в смысле, занимается другим. И будет много интересного. Но сейчас пока у него такой, как бы, творческий перерыв. Он немножко перестраивается на другой лад. Вот, поэтому будет интересно. Отписываться не надо там. Уже можете отписаться, ну, конечно, как хотите. Вот. Там будет немножко другой контент и будет несколько вариантов. А, на любой вкус, так сказать. Я думаю. Он же у нас творческий человек. У него такие вот бывают иногда, как у всех творческих людей. Вот как мы идем по мостику. Он весь скользкий уже. Потому что гололедица такая. О, не надо! А то я сейчас упаду. Так, ну вот здесь ты точно никуда не денешься. У меня. Вот они, утки. Вот они. Нам это интересно. Нам это интересно, да. Только ты не вздумай там прыгать-то. Вот они, утки, да, скажи. Вот они, утки. Надо здесь все пометить.
Как же так? Да? Вот они, уточки. Смотрите, сколько их. Ой, сколько много. Все такие красивые. Все такие вон. Смотрите, какие красивые. Головки такие, как нарисованные. Очень красивые уточки. Серенький. Серенький. Ну, куда ты побежал? Ну, куда ты побежал? Водички попить. Вот он. Хочется, хочется, но там мокро и грязно, не надо там ничего. Куда? Куда? Нельзя трогать уточек. Как ему интересно, скажи, кто же это такие? Кто же это такие? Ага, знаешь их, да? Ты с ними уже знаком. Ты с ними уже знаком. Да. Вот они тебя ждут тут. Плавают туда-сюда, да? Скажи, серенький. Серенький! Серенький! На меня посмотри, серый. Серый. Ага. Пошел, 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 пошел. Почти уже. Ну, маленько ножки помочит, ничего сбоди страшного. Холодно, серый, холодно. Ну, ничего, он, женщина купалась. Помолчу. Вон они кружочком пошли. Переживают. А он смотрит. Куда пошел? Плавать нельзя. Простудишься. Давай, пойдем. Интересно ему вот на это все посмотреть. Да, серый, тут у нас целый концерт. Да, не надо мочиться. Скажи, ой, как много. Ой, как много, да. Ну все. На этом я свой репортаж думаю, что заканчиваю. Серый! Дернулся. Ну ладно. Все, всего доброго, спасибо, до свидания.